Ученый, политолог, публицист Андрей Андреевич Пиантковский присоединяется к нам. Приветствуем вас, Андрей Андреевич. Добрый день. Ну что ж, удалось ли вам посмотреть заявление Байдена? Наверняка вы следили за вчерашним визитом в Киев американского президента. Давайте, какие самые сильные месседжи, послания 46-й президент США отправил в Кремль? На самом деле адресат там понятен. Ну, самым сильным месседжем факт его появления в Киеве, конечно. Путину, который через 5 дней после начала операции хотел принимать парад на Крещатике, ведь парадные формы были даны офицерам, участникам этой специальной военной операции. Он так и не дошел за год до Киева. А Путин, Байден спокойно гулял вчера по Киеву. Основной мем вот в таких турбопатриотических каналах, как мы их называем, было как раз, что гуляющий по Байдену Путина, гуляющий по Киеву Байден – это пощечина Путину и пощечина всем нам. Именно так воспринималась эта агрессивная часть общества сторонниками войны. Ну и сегодня Путин, собственно, никакого внятного ответа на это не дал. Даже более того, если позволите остановиться немного на его, но оно как бы логичное, вот эта триада Байден-Путин-Байден. Путин 80% своего выступления вообще не имея никакого отношения к войне. Он не говорил ни о целях войны, ни о ходе, катастрофическому ходе ее развития. Он выступал как такой крепкий хозяйственник, рассказывал о всяких планах повышения эффективности производства, дороги до Казани автомобильной, которая будет продолжена до Хабаровска, материнском капитале и так далее. Как будто он не направил на смерть уже, если погибли уже сотни тысяч людей вместе украинцы и русские благодаря его безумным решениям. И что еще мне бросилось, он, естественно, в конце прибегнул к ядерному шантажу, это его стандартный прием, но впервые шантаж-то его был какой-то неуверенный. Понимаете, в чем дело? Вот он хотел чем-то похвастаться перед своим глубинным народом, его агрессивной частью. И хотелось, его подталкивали давно к этому, объявить, что Россия начинает ядерные испытания, проведет показательный взрыв там над Северно-Ледовитым океаном или, не дай бог, над Атлантикой, чтобы показать решимость своих ядерных маневров, намерений. Но на самом-то деле он дал гарантию, что он не будет этого делать. Что он заявил? Он заявил, что у нас вот есть сведения, что якобы американцы готовят ядерные испытания и собираются нарушить договор об отказе от ядерных испытаний. Так вот, если они это сделают, то и мы также поступим. На мой взгляд, он сбавляет обороты в своих угрозах, шантаже. Но то, что он сегодня говорит, совершенно не похоже на человека, обещавшего нам в рай, а всем остальным на кладбище. Мне это положительный сигнал. Мне кажется, что до него доходит сознание, что, в общем-то, его авантюра провалилась и война проиграна. А вот посмотрите, кстати, одну секундочку, мелькнул там какой-то мерзавец с эмблемой «Мертвая голова», череп с костями. Это, кстати, о неонацистах в Украине. Его несколько раз показывал сегодня крупным планом телевидения, где-то в первом ряду слушал, аплодировал Путину и вставал все время. А вот в речи Байдена вы услышали какие-то четкие сигналы, вот как в самом начале, когда прозвучали, в самом начале после полномасштабного вторжения, когда Путин и его, скажем, политбюро начали пугать ядерным оружием, то прозвучали очень четкие сигналы, ограничители, назовем их так.
не дай бог ударишь, получишь. Вот сегодня Байден опять вспомнил 5-ю статью НАТО, говорил о единстве и солидарности. Вы услышали в этом четкий сигнал Путину, ну, ограничивающий, скажем, его фантазии? Вы знаете, в ядерной сфере этот сигнал прозвучает, расскажу, когда. Мы это помним прекрасно. 1 октября в воскресенье в Вашингтоне в прайм-тайм выступили Селливан и Блинкен, и оба заявили, что они сообщили своим каунтерпартам в Москве, что в случае использования ядерного оружия, тактического ядерного оружия в Украине, последствия будут, как один сказал, horrific, а другой catastrophic. А потом эксперты пояснили, что в этом случае НАТО своей огневой мощью уничтожит Черноморский флот и вообще испепелит российскую группировку в Украине. У нее есть все для этого возможности. А Путина просто убьют. Этот сигнал был услышан. С тех пор риторика ослабла. И помните, чем ее заменил Путин? Да мы никогда это и не собирались. Ядерная война невозможна. В ней не будет победителя. А нам и не нужно ядерное оружие. Мы можем Украину обратить в каменный век конвенциональными ударами по его инфраструктуре. И вот это было, я помню, 10 октября, и с тех пор начались вот эти регулярные удары по городам Украины. И вот сегодняшний тоже такой очень слабенький вариант ядерного шантажа, он как бы шел навстречу своей группе своих яростных сторонников, а Западу как бы подмигивал, что, в общем-то, я это не собираюсь. Мне кажется, вот это предупреждение Запада по ядерному вопросу до него дошло. Тем более, что к этому предупреждению надо отдать им должное, присоединились и китайцы. Мы помним эти сцены на глазах всего мира на саммите ШОС в сентябре месяце. И товарищ Си, и господин Моди, кстати, прошли Путину такую лекцию о том, что так серьезные люди не ведут себя в 21 веке, шантажируя использованием ядерного оружия. Так что мне кажется, я все время говорил на всех каналах, говорю в течение года, что шанс, вероятность использования Путина ядерного оружия близка к нулю. А сегодня я скажу, что она и нулевая. Ну, даже до Путина дошел вот этот фантастический опрос общественного мнения в Украине, который на Западе произвел, конечно, громадное впечатление, когда 89% украинцев заявили, что они будут еще более яростно сражаться с врагом, если Россия применит ядерное оружие в Украине. И в заключении такой, знаете, вопрос: Байден в Киеве, а до него Шольц в Мюнхене. Говорили о затяжном характере этой войны. И сегодня, когда мы из Варшавы услышали очень четкие в очередной раз пункты политики Байдена о поддержке Украины, это тоже как-то можно объединить в ожидание того, что это надолго. Как вы видите, это ваша оценка? Я с этим не согласен. Вот эта формула, которую употреблял Байден и в Киеве, мы останемся с вами as long as it takes, она не означает, что вот мы видим, что война будет длинной. Мы будем всегда с вами, сколько понадобится. А вопрос о сроках окончания войны, о победе, это не вопрос гадания, это вопрос решения Запада и, в частности, Байдена. Решение предоставления тех видов оружия, которые пока там по ряду причин ограничиваются. Прежде всего, дальнобойные ракеты и файтеры, истребители, бомбардировщики F-16. Так вот, после этих двух выступлений, мое мнение личное, что это оружие будет предоставлено в самое ближайшее время. Что об этом говорит? Ну, во-первых, давайте вспомним не выступление не Шольца, а выступление Сунака в Мюнхене, который сказал: мы, англичане, мы первые предоставили танки, и мы первые предоставим дальнобойные ракеты. И весь мир знает, какие дальнобойные ракеты Англия собирается предоставить. Это Storm Shadow до 1000 километров, достигающие любые цели на европейской территории России. И мы первые предоставим
истребители-самолеты английские, и мы уже тренируем украинских пилотов. Сегодня в Киеве находится замечательный человек, новый республиканский председатель комитета по иностранным делам палаты Майк Маккол. И он тоже, отвечая на вопрос о самолетах, он сказал, что он считает, что в ближайшее время они будут предоставлены. Это очень важный фактор. Москва надеялась, что в республиканской партии победит трампистская фракция, которая будет ограничивать поддержку. Ничего подобного. Победили такие наследники Рейгана, которые оказывают на Байдена как раз давление в том, что, по их мнению, он недостаточно еще оказывает поддержку. Вот сумма всех этих факторов и сегодняшнее заявление Байдена позволяет мне не то что надеяться, а быть уверенным, что это оружие будет предоставлено, и победа, как говорил президент Зеленский, будет достигнута в 2023 году. Спасибо, Андрей Андреевич. Рады вас видеть всегда в нашем эфире. Благодарим за включение. Андрей Андреевич Пиантковский, ученый, математик, политолог, публицист, был в нашем эфире.